Друзья, добрый день. Я Давид Долганов, и я являюсь одним из идеологов проекта Викли. По роду своей деятельности я жил в разных странах и в разных городах. А я имею двух детей-подростков, и мои дети ходили в разные школы. Обычные, частные, даже дистанционные. В этих школах применяются разные методики преподавания, разные техники обучения. Но для себя я заметил одну вещь. Нигде нету нормальной программного обеспечения с точки зрения коммуникации учитель, родитель и дети. Я задался вопросом найти программное обеспечение, решить эту проблему. Но, к сожалению, мы ее не нашли. И таким путем родился проект Викли. Что происходит на сегодняшний момент? Учителя тратят кучу времени на бумажную волокиту, выписывая оценки на листочках для родителей. А родители на сегодняшний момент не получают своевременно достоверную информацию об успеваемости своих детей. Многие родители не знают о посещаемости своего ребенка. Получить информацию об итоговых оценках своего ребенка вообще превращается в целую проблему. Таким образом родилась идея создать наш социальный проект. Мы провели опрос среди учителей и родителей, что бы они хотели видеть во взаимоотношениях, в коммуникации. Что лишнее и что было бы полезно. Таким образом родился наш проект, где в режиме онлайн, в режиме реального времени родители и учителя взаимодействуют. Наш проект – это некая экосистема, которая позволяет в две кнопки увидеть и получить результативность ваших детей. Мы потратили больше года на создание нашей платформы. Мы привлекли инвестиции и сделали наш проект социальным, благодаря чему весь наш проект мы можем реализовывать в школах абсолютно бесплатно. Любая школа на территории Украины может внедрить нашу программу абсолютно бесплатно. Кроме того, мы поставили перед собой задачу сделать наш проект не просто платформой, а неким образовательным хабом, где наши партнеры и друзья смогут получать бесплатно абсолютно образовательный контент. На сегодняшний день у нас есть уже психолог, к которому можно обратиться через мессенджеры Facebook. Следующим шагом мы хотим привлечь ведущих специалистов страны в области образования, педагогики, психологии и так далее. Друзья, наша программа работает по всей Украине. От крупных городов до самых удаленных мест нашей страны. Присоединяйтесь к нашему социальному проекту Викли и давайте вместе влиять на будущее наших детей.